На очередной рекорд идут земледельцы. Курские аграрии намолотили больше 3 миллионов тонн зерна. В целом по области убрано свыше 80% посевных площадей. А, например, в Беловском районе процесс практически завершен. Средняя урожайность сохраняется на высоком уровне – 45 центнеров с гектара. Самыми плодородными в этом году стали поля Глушковского района. Там с каждого гектара собирают больше 50 центнеров. Уже началась подготовка к севу озимых, в скором времени начнется и уборка сахарной свеклы.